Всем привет! Меня зовут Лена, и я хочу вам показать осенний урожай клубники. Вот такая вот сочная, красная, красивая клубника, и ее довольно-таки много. Сегодня 1 сентября, напомню. Так что посмотрите, как мы ее выращиваем. Это клубника ремонтантного какого-то сорта, уже точно не могу сказать какого. Дает она урожай 2 раза в год. Первый урожай более сладкий, но клубника более мелкая. Второй урожай вот такой вот. Очень много клубники. Вот такие вот красные сочные ягодки. Между урожаями эту клубнику мы не подстригаем, ничего. Была она более густая, но старые листики убрали. Теперь она вот так вот, эта грядочка, выглядит. На зиму тоже ничего мы не стрижем, не убираем. Все как есть, так и остается. Клубника эта, вот даже теперь видно, что цветет. Цветет до самых заморозков. Уже когда снег выпадет, соответственно, цветочки не могут развиваться, и зеленые ягоды не дозревают. Сорт очень урожайный. Вот здесь вот замульчировано соломой. Здесь у нас растет молоденькая клубника, которую пересадили вот буквально месяц назад. Она тоже уже вот цветет. И уже есть даже ягодки. Немного, но есть. И вот такой урожай клубники мы получили за один раз, не считая того, что оказалось у меня в животе. Вот такая вот крупная, красивая, сочная, чистенькая. Все, теперь точно пока. Подписывайтесь на канал, не забывайте. Мне это будет очень приятно. И до скорых встреч!